Итак, теперь мы должны обратиться к насущному вопросу о смысле жертвы Иисуса Христа. Зачем ему нужно было умирать на кресте? Особенно это важный вопрос в свете того, что Священное Писание гораздо большее внимание фактически уделяет жертве, смерти Христа, чем факту его воплощения. И вот здесь любопытная ситуация. Потому что здесь мы не обнаружим согласие отцов какого-то единого мнения, которое бы высказано было всеми отцами, восточными отцами одинаково, о том, зачем, собственно, Христос умирал на кресте. Скорее существует спектр мнений, разные идеи по этому поводу. И многие в современном православном богословии также и говорят, что мы не можем исчерпать смысл жертвы Христа только одной какой-то идеей, одной концепцией, и наверняка должны принимать весь этот спектр. Если говорить о самом спектре, то одна из популярных идей среди отцов, у каппадокийцев она есть, заключается в том, что Крестная смерть Христа была своего рода божественной хитростью. Они описывают это следующим образом. Они сравнивают божественную природу Христа с крючком, человеческую природу Христа с наживкой. И вот как бы Бог забросил вот эту вот удочку, и сатана попокусился на наживку и схватил человеческую природу Христа, а там оказалась божественная природа, и таким образом сатана был поражен задаваясь вопросом о том, что правомерно ли со стороны Бога быть обманщиком и обманывать сатану, отцы а церкви отвечают, что ну, сам сатана обманщик, потому и обмануть его таким образом вполне Богу можно было. Еще одна идея, зачем нужно было умирать Христу, это для того, чтобы победить смерть. И в Писании есть эта идея, что вот Христос... Умерев, победил смертью, она золотоуста, красиво, что когда ад в Христе встретился лицом к лицу с небесами и не устоял. Еще одна идея, так или иначе, встречающаяся в православном богословии вот заимствовано из послания к евреям, помните, что сын страданиями навык послушанию, научен послушанию, то есть крест нужен был для, как некий способ совершенствования. Так что в основном спектр светоотеческих взглядов да, – это победа над сатаной, это победа над смертью, это, может быть, что-то там важное для Христа. Но любопытно, что в этот спектр не включается, собственно, искупление грехов, на котором так настаивает западное богословие. И чтобы получше познакомиться еще со светотическими взглядами, несколько цитат я приведу, может быть, таких особо ярких описаний, которые нам помогут понять, как отцы представляли себе это. Для начала Григорий Богослов обсуждает смысл жертвы. И он пишет: Остается исследовать вопросы догмат, оставляемые многими без внимания но для меня весьма требующие исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиереи и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и с ластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена?» Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дал овна. Или из всего видно, что приемлет отец не потому, чтобы требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Чрезвычайно важный, интересный вопрос задает Григорий Богослов. Если Христос приносит жертву, то кому приносится эта жертва? Вопрос, наверное, интересный с протестантской точки зрения, но пока мы давайте обратим внимание на ответ. Он говорит, что не отцу, не сатане, а если и приносится жертва, то она приносится потому, что так нужно по домостроительству. То есть нужно просто потому что это обеспечит определенные процессы во вселенной, если может быть какой-то более современной формулировкой воспользоваться. Другой отец церкви афанасий великий, тот самый помните, который с Арианами боролся пишет слово знало, что тление не иначе могло быть прекращено в людях как только непременно смертью. Умереть же слову, как бессмертному и отчему сыну, было невозможно. Для сего-то само приемлет оно на себя тело, которое бы могло умереть, чтобы, как причастное над всем сущего слова, давлело оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего в нем слово пребывало нетленным, и чтобы, наконец, во всех прекращено было тление благодаря воскресению. Слово Божие вочеловечилось, чтобы мы обожились». Посмотрите, что говорит Афанасий. Он говорит, что смерть нужна была, чтобы прекратить тление. То есть, опять-таки, это вопрос домостроительства, это вопрос устройства, это вопрос положения, состояния человека. И опять, смотрите, мы не видим никакого реального искупления греха. Еще одна цитата, ну, может быть, такая самая длинная, но яркая и важная, и нам стоит ее прочитать. Максим Исповедник один из известнейших тоже отцов церкви, чуть позже, 6 века, он пишет, когда в прежние времена произволение естественного разума водами подверглось тлению, то вместе с ним исчезло естество, оказа... прошу прощения, вместе с ним истлело и естество, оказав... отказавшееся от благодати нетления. Тогда возник грех, первый и достойный порицания то есть отпадение, произволение от блага ко злу. Через первый грех возник и второй, не могущие вызвать порицание, изменение естества, изнетление, втление. Пока немного остановлюсь. То есть о чем говорит пока Максим Исповедник? Он говорит о том, что совершен был первый грех, то есть отпадение от блага козло, а следствием стало то, что называют второй грех, то есть следствием стало тление. Дальше. Исправляя это чередующееся тление и изменение естества, Господь и Бог наш воспринял все это естество целиком, и в воспринятой природе он также имел страстное начало, украшенное им по произволению нетлением. Поэтому вследствие страстного начала... Он стал по человеческой природе ради нас грехом, не ведая добровольно избранного греха благодаря непреложности произволения. Этой непреложностью произволения Господь исправил страстное начало естества, сделав конец его, я имею в виду смерть, началом нашего преображения к нетлению. «И как через одного человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага, естество всех людей изменилось из нетления в тление, так через одного человека Иисуса Христа, не отвратившего свое произволение от блага, произошло для всех людей восстановление естества из тления в нетление». Немного опять остановимся. Итак, что здесь дальше говорит Максим Усповедник? «Христос принял...» Тленное естество. Помните вот этот спор о хлебе, да? А, спор, указывающий на то, что Христос э -э, принимает испорченную грехом природу. Христос принял тленное естество, имевшее в себе страстное начало, но приняв все это, он не отклонялся от блага и своим выбором он... Вот это вот клянное, испорченное естество исправил. Дальше. Итак, Господь не ведал моего греха, то есть изменения моего произволения. Он не воспринял моего греха и не стал им. Но ради меня он стал грехом то есть стал тлением естества, возникающим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Обратите внимание, следующий важный момент: Иисус не брал личные грехи. Вот протестанты, ну вообще западное богословие все время говорит о том, что Христос умер за наши грехи. А протестант вполне может сказать: Христос умер за мои грехи. Так вот. Максим Исповедник подчеркивает, специально подчеркивает, это общее мнение а потом в Восточной церкви, Христос не брал личные грехи, он взял испорченность из естества. То есть, когда говорится, что Христос стал грехом, там, взял на себя наш грех, а своим телом грех вознес на древо, и все вот эти вот тексты, весь корпус текстов в Новом Завете, он толкуется в том смысле, что он взял не собственно личные грехи всех людей, а испорченную человеческую природу, появившуюся в результате этих грехов. То есть вот это, этот грех, который берет Христос, это не грех личного поступка, а грех испорченности общей человеческой природы. Вот эту ту испорченность Он берет на Себя. Читаем дальше. Ради нас. Он стал по природе страстным человеком с помощью греха, возникшего через меня, уничтожая мой же грех. Господь же взял на себя это осуждение за мой добровольный грех. Я имею в виду взял страстность, тленность и смертность человеческого естества, став ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, хотя сам был неосужденным по произволению, дабы осудить мой добровольный и естественный грех и осуждение». То есть, еще раз повторю и еще раз подчеркну, Господь берет не личный грех, а страстность, ленность и смертность человеческого естества, которые являются следствием личных грехов. Но это именно следствие, а не личные грехи. То есть усилия Христа в его жертве направлены не на личные грехи, не на искупление вину, но помните, что особо вине нет смысла, не на умилостивление Божьего гнева, а все усилия Христа – Направлены на человеческую природу. То есть на самом деле, с православной точки зрения, спасение это не вопрос личных отношений с Богом, ну, то, что, точнее, то, что сделал Христос для спасения. Спасение это проблема в человеческой природе, которую нужно разрешать. И вот здесь мы подходим к еще одной важной философской концепции. Концепция, которую вы напрямую не увидите в Библии, но концепция, которая вот широко распространена, встречалась в греческой философии и не только в греческой, но и потом, и в Средние века, был такой знаменитейший философский спор о номиналиях. Вопрос вот о чем: существует ли как нечто реальное, общее явление. Ну, например, мы можем говорить о красной рубахе, там, о красной машине, о красном карандаше, но существует ли как что-то реальная краснота? Или по-другому мы можем говорить об одном человеке: Ваня, Мане, Петя, но существует ли как что-то реальное? И отдельная от людей, в каком-то смысле, человеческая природа. Можем ли мы говорить об общей человеческой природе, которая пора как-то реально проявляется во всех остальных людях? Если да, то таким образом появляется определенный смысл в том, что делает Христос. Он и работает с человеческой природой, и то, что он сделает с человеческой природой именно, не с конкретным человеком, с его там грехами, с его проблемами, но с общей человеческой природой. Вот это самое потом как-то может отразиться в других людях. И, может быть, одна небольшая цитата из Василия Великого, который пишет, «Главное в спасительном домостроении во плоти привести человеческое естество в единение с самим собой и со Спасителем, истребив сечение, восстановить первобытное единство, подобно тому, как наилучший врач, целительным врачеванием, вновь связывает тело, растогнутое на многие части. А, ну, нужен, быть чуть, может быть, более широкий контекст, чтобы понять эти слова Василия Великого. Он представлял себе грехопадение следующим образом. Был человек с единой человеческой природой и, ну и разные люди. На самом деле это не так уж, чтобы сильно много людей было, была единая человеческая природа и были Адам с Евой. Да? Разделяющие общую единую человеческую природу, это чем-то напоминает устройство Троицы, потому что у Троицы единая божественная природа и три лица. Потом произошло грехопадение. И сейчас нет единства человеческой природы. Человеческая природа распалась на части. И люди обладают не человеческой даже природой в полноте, но какими-то осколками человеческой природы. Но теперь Христос восстанавливает человеческую природу, и окончательное спасение будет в виде такой картины. Опять единая человеческая природа, и эта человеческая природа Христа, восстановленная, обоженная, и это же человеческая природа и других личностей, других лиц. Вот без самой концепции вот такой природы, наверное, нам очень трудно будет понять и принять восточное представление о спасении. Однако, если вот такую концепцию допустить таким образом философские рассуждать, да, например, какая-то логика в восточной модели появляется. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Так что, как видите, Восток и Запад – их пути довольно далеко расходятся. И здесь просто одно такое попутное замечание нужно. Обычно, вот когда люди как-то со стороны смотрят на христианство, на э, существование таких трех крупных течений в христианстве, это православие, это католицизм, это протестантизм, то очень многим кажется... Что есть протестантизм, ну, отказавшийся от католицизма, и есть католицизм и православие, как две очень похожих конфессии. Обычно протестанты себе так пытаются это представить. Но любопытно, если вы почитаете православных авторов, то православные описывают по-другому. Они говорят: есть православие, и есть католицизм, и протестантизм, очень похожие друг на друга и очень далекие от православия. И вот сейчас мы подходим к этому вопросу, мы подошли к самому корню, почему же, собственно, католицизм и протестантизм можно объединить и можно их далеко удалить от православия. По той причине, что сама сердцевина вот такого христианского переживания, само спасение, которое есть в христианстве, оно по-разному воспринимается. Смерть Христа Центр нашей веры, нашего исповедания по-разному воспринимается. Там это как-то соотносится с личными грехами, я имею в виду Запад. Там это как-то соотносится с искуплением человека, с восстановлением вот, личных отношений. Человека и Бога, а здесь это относится вот не с личностью пока, а здесь это соотносится с природой. Здесь это соотносится с обожением природы. Это совсем другой путь. И раз другой путь здесь, то потом и практически вся система богословия выглядит по-другому. Православие и католицизм по внешним формам, конечно, похожи, но в конце концов практически тысячу лет они более-менее вместе развивались и внешние общие формы имели, но в богословском отношении они расходятся довольно далеко, причем расхождение древнее. И, может быть, в древности не так, чтобы уже очень остро спорили, но на самом деле уже Августин Блаженный, Ой, чрезвычайно почитаемый богослов Западной Церкви, фактически один из отцов и где-то и католицизма, и даже протестантизма, на Востоке вызывает такую вот неоднозначную реакцию, и на Востоке с Августином Блаженным сейчас многие-многие совершенно не согласны. Но ну, правда, что если говорить о временах жизни Августина Блаженного, то, как пишет православный историк Мейндорф, Августин был настолько умным человеком, что понадобилось несколько веков, чтобы понять, в чем же он был неправ. Так что, может быть, это затормозило какой-то конфликт между Востоком и Западом. Сильно уж Августин умен был. Но в любом случае различие, расхождения, понимание смерти, понимании смерти Христа значительные. И здесь нам нужно опять сделать оговорку. В так называемом школьном богословии, то есть вот в дореволюционном православном богословии, вы встретите классическое описание искупительной смерти Христа. В старых катехизисах, в старых книгах по богословию западные идеи проникли и достаточно как активно использовались и исповедовались, в том числе на Руси. И вот этот отход от Запада, возвращение к Востоку, который сейчас происходит, он еще не произошел полностью. И поэтому среди православных вы запросто встретите и тех, кто совсем по-Западному понимает смерть Христа, как искупительную, связанную с личными грехами, и тем, кто совсем по-Восточному понимает смерть Христа, как связанную с обожением человеческой природы. Так что заранее вы знать не можете. И даже есть промежуточный вариант, если читать того же Лоского и вообще обратиться вот к парижскому богословию, то Лоский говорит и то, и то справедливо. Смерть Христа – это сразу все, она слишком широкая, она охватывает все вот эти вот стороны. Так что и такой подход в православии вы тоже встретите. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.